Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною російський опозиційний блогер, журналіст Дмитро Іванов, відомий як Камікадзе Ді. Приветствую вас, Дмитрий, рада видеть. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться. Здравствуйте, Алена, спасибо, что пригласили. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати активно долучатися до перегляду цього стріму, вподобайки, коментарі, поширення, так само підписка на канал «Січас», якщо ж досі ще не встигли цього зробити. Дмитрій, 17 марта, третій день переізбрання Путіна на Путіна, сопровождається этот процес так называемого волеизъявления многими разными событиями. Одни из них – это рейд, который проводят российские добровольцы. Вот в частности, в телеграм-канале Сибирского батальона появилась информация о том, что, значит, добровольцы зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области, и добровольцы сообщают о том, что захватили здание местной администрации. В всяком случае, такое видео появилось у них в телеграм-канале. Скажите, пожалуйста, для кремлевского режима и Путина, насколько вот этот рейд, который начался на этой неделе, стал вызовом своего рода, и чего ожидать уже начиная с 18 марта? Конечно, это жесткая зуботычина Путину, очень ощутимая, потому что в первую очередь показывает несостоятельность путинской системы безопасности. Он же очень кичится тем, что люди отдали свои свободы, деньги, права взамен безопасности. Но, как известно, ни того, ни другого не получают люди, когда жертвуют свободу в обмен на безопасность. Так же произошло и в России. И, естественно, те батальоны, подразделения ВСУ, которые либо в согласовании с ВСУ, либо не в согласовании, я не знаю, какие там порядки сейчас у сибирского батальона, у легиона, у РДК, они ощутимо вредят Путину, и это замечательно. Вредят Путину, значит, вредят вообще этому террористическому процессу под названием выборы. И это единственный ответ на то, что можно сделать в качестве реакции на обстрелы городов Украины, которые на днях этих выборов, с позволения сказать, в России только обострились, только ужесточились. Россия как бы показывает: не мешайте нам фальсифицировать, не мешайте нам кривляться, изображать то, что Путин будущий президент. Вот вам ракеты по Одессе, вот вам ракеты по другим городам. Стандартное абсолютно. Вот вы спрашиваете, что изменится после 18 марта. С позиции России ничего не изменится. Возможно, будут закручиваться гайки, но для этого искать какие-то поводы, оправдания. Я на первый день этого голосоёвища думал, что действительно Путину нужен этот момент, что-то там. А потом я понял, он же никогда не стеснялся ни перед лицом чего бы то ни было. Потом встречается с Си Цзиньпином, ему Си Цзиньпин говорит: а давай ты не будешь взрывать Каховскую ГЭС, не будешь устраивать техногенных катастроф. Бац, Путин взрывает её. Путин предает всех своих союзников, всех своих нейтралов, которые более-менее с ним как-то общаются. Это его кривляние до сих пор с Арменией, с Азербайджаном. Он очень хочет выглядеть значимым в глазах общественности, и реальная грубая сила, то, что сейчас делают эти ребята, о которых вы говорили, сибирский батальон и другие, они общаются с Россией, с государственным террористом на единственном языке, который Россия понимает. И это замечательно. Только так. И никаких политических лозунгов, заметьте. Просто они говорят о том, что пора бы ответить, пора бы понять, что такое Россия. Еще бы они не добавляли то, что русский народ, вставайте, идите с нами. Уже давно можно было бы осознать, что русский народ никуда ни с кем не пойдет, кроме Путина. Десятки миллионов его поддерживают. Тут на этой неделе, смотрите, СМИ российские, в том числе пропагандистские, задавались вопросами, а что же случилось с Герасимовым, где он? Скажите, пожалуйста, вот ввиду того, что происходит, да, в приграничных российских регионах, собственно говоря, это же сфера ответственности Бортникова. Будут ли российские СМИ задаваться вопросом в ближайшее время, что он случилось, куда он пропал с радаров, возможно, появится какое-то временно исполняющее обязанности или нет? Я сразу вспоминаю ситуацию с Суровикиным. Помните, он тоже пропал куда-то после того, как самолет с пригожинскими рванули, и якобы самого Пригожина. Но я до сих пор верю, что Пригожин где-то жив, в Южной Америке отдыхает.
Так вот, по поводу Суровикина, его тоже долго искали, думали, что от него избавились или посадили его. Нет, он жив-здоров и даже не сидит. То же самое будет с Герасимовым. Никогда вот такой позор высочайшего уровня, который, естественно, принесет радость всей Украине, всем сторонникам ВСУ, всем союзникам Украины, Россия никому не доставит. Традиционно русские не выносят ссор из избы. Считается в России, что это зазорно. У тебя плохо живется, но жаловаться на это, чтобы об этом узнал кто-то, нельзя. Точно так же Герасимов абсолютно бездарный, такой же, как Шойгу, такой же, как командующий Черноморского флота или его замы, которые отстранялись после очередных успехов ВСУ в Черном море, в Крыму, все это не стало поводом для громкой отставки. Сколько мы обсуждали Залужного, Насырского, со всех сторон проанализировали, я сейчас не буду на этом останавливаться, но просто это нормальная реакция в здоровом обществе, когда люди смотрят, публично об этом заявляет верховный главнокомандующий и прочее, прочее, с уважением и к Залужному, и к Сырскому, а Путин просто вот что-то там в теньке, наперсточник что-то поменял там, и ничего не изменилось, потому что одинаково бесполезен, что Герасимов, что Шойгу, что еще кто-то. Всех полезных, в том числе в оборонке, в военке, Путин уже давно выкинул. Потому что профессиональное вырождение – это то, что будет сопровождать Россию всегда, до момента развала. Не будет там никаких специалистов ни в каких областях. Они же даже не воюют с Украиной, они просто бомбят все подряд. Для этого не надо читать Конфуция искусства или кого там, не Конфуция искусства, Лао Цзы, неважно, каких-то умных стратегических книг, полководцев анализировать, стоять над картой, как они показывают. Этого не нужно, они просто долбят по городам Украины. Чем больше хаоса, думают они, тем лучше. Поэтому, ну, замена, тут ничего не поменяется. Я про это. А вот относительно хаоса на территории России, что может подогреть этот процесс хаоса? Ведь то, что происходит сейчас в приграничных регионах, это уже вот начало как бы, да, этих всех процессов. Но в целом, что может его усилить, как считаете? К сожалению, я бы не связывал хаос самой России с подвигами войск Украины, каких-то подразделений в составе или разведки Украины. Хаос внутри России начнется абсолютно в других масштабах, и он уже потихонечку идет. Речь идет о переделе собственности. То, что было в 90-х, когда бизнес западный приходил, искал какие-то ниши, и, соответственно, было что обсудить у братвы. Кто что держит, еще чего-то. Братва училась по правилам, надевала пиджачки, уже не малиновые, а обычные. А сейчас все наоборот, никакого западного капитала нет, и остается переделить то, что осталось. А что осталось? Ну, вот эти разваливающиеся предприятия на заводах, пожары мы видим, изношенное оборудование, горящие автозаправки, горящие НПЗ. И это, между прочим, не хихоньки-хахоньки, не просто веселье и успех для Украины, для ВСУ, это еще и невозможность России построить новое, то есть это стратегический задел на будущее, потому что новые эти инструменты, оборудование, какие-то по переработке нефти, установки для крекинга, еще для чего-то, они стоят огромное количество денег, и, естественно, Россия их не разрабатывает, не делает, у нее нет компонентов. Россия там жвачку не может сама произвести, она завозит импортные ингредиенты из стран Запада. Так что Россия обязательно будет разваливаться, кровоточить именно тогда, когда все губернаторы в регионах, все главы госкорпораций, там от «Газпрома» до «Ростеха», от «Росатома» до, я не знаю, каких-нибудь еще кадыровских ребят начнут делить сферы влияния. И все эти административные границы, установленные в пределах России, естественно, пойдут коту под хвост, тому коту, которого Путин нарисовал в свое время сзади, то они пойдут ему под хвост, потому что все эти люди, ожидая то, что придет Запад и начнет разбираться, так, а где мы тут будем контролировать месторождения нефти, газа, каких-то ценных ископаемых, других полезных, будем с вами договариваться.
То есть это сейчас бандиты, которые понимают, Москве осталось недолго контролировать всю эту Россию, то квазиобразование, уже не являющейся федерацией, потому что все регионы спят и видят, как бы уйти из-под протектората Москвы, как бы не платить налоги. Единственное, что держит, это текущая пока что война в Украине со стороны России и то, что, естественно, она затяжная, там и взрывчатка заложена в три уровня, и оседают в каких-то городах или просто уничтожают города русские оккупанты. Вот эта истерика милитаристская, она каким-то образом объединяет регионы. Но это все напускное, это все показушное. Естественно, губернаторы мыслят в других категориях, нежели население России. И у них в первую очередь мысль, а как бы мне сохранить то, что я имею? Они понимают, что легализовать это на Западе уже не получится. Невозможно все эти деньги наворованные на счета перевести, как было раньше. И поэтому они вынуждены вот в данный момент лебезить перед Путиным. Но как только появится возможность, они тут же покажут свои колючки, покажут свои частные армии. Еще раз, и госкорпорации, и губернаторы. Ну, тут уже кто во что гораст, очевидно, что у Кадырова армия самая сильная из глав регионов России. Пока еще России. Кстати, в прошлом году Путин разрешил губернаторам регионов создавать свои частные военные компании. Появление этих частных военных компаний многие как раз и связывали с тем, что будет вот эта вот внутренняя борьба, и создаются эти частные военные компании с одной целью – защитить свои капиталы. Ну, тут тогда логичный вопрос, а почему же Путин давал на это добро? Ну, у Путина самое... Это является косвенным вот признаком скорого распада, да? Путин всегда действует по принципу «я вам даю возможность что-то делать, а вы не мешайте мне это делать». Раньше он так общался с россиянами, потом россияне перешли в статус, ну, совсем послушных, покорных, и с ними никто не разговаривает уже. Иногда там что-то выслушивают, что они бредят по поводу плохого коммунального хозяйства у себя в городах, но это никого не интересует на самом деле. И еще давно Путин сказал олигархам на примере Ходорковского, если вы по щелчку не будете делать то, что я хочу, вот и последствия наступают такие. Так что олигархи сейчас тоже под дудку Путина пляшут. Остаются силовики, остаются главы региона, всякие силовые ведомства. И Путин им говорит, делайте что хотите, хотите потом делить, пожалуйста, делите. У Путина же самая большая частная армия, она Росгвардия называется. Ее возглавляет ближайший друг Путина, Золотов, с которым они вместе совершали множество преступлений. То есть это человек, в котором Путин уверен. Уверен, что Золотов его не предаст, потому что рыльца в пушку. Но у Пригожина тоже была рыльца в пушку, как вы выражаетесь, и он тоже был в ближайшем окружении Путина. Но вот пошел он против Путина. Я не верю, что Пригожин пошел против Путина. Я считаю, что он организовал, да и многие это подтверждают. Кстати, Данилов, по-моему, вот ваш секретарь Совета СНБО Украины, по-моему, так называется, извините, если ошибся, говорил, что спектакль Пригожина был призван объединить всех несогласных с Москвой, выявить их и сразу пресечь на корню. То есть это такой «идите за мной», поп-гапон такой. Вот Пригожин изобразил его. То есть Путин ему дал ЦУ, да? Вот. Да, Путин ему дал ЦУ, зачистили в очередной раз проблемные сферы, потому что понимали, русская армия вызывает кучу негодования у русских патриотов, у ура-патриотов. Это не те люди, Дмитрий, типа... А тут интересный вопрос. Смотрите, если вот рассуждать в этом ключе, так получается, если бы не было вот этого пригожинского недопутча, то, в принципе, что-то реальное в подобных масштабах, ближе к осени... оно, 23-го года я имею в виду, оно могло бы вспыхнуть и всколыхнуть всю Россию? Хорошо бы, Ален, но я считаю, они перестраховываются. Всегда силовики в России перестраховываются, зачищают уже зачищенное. Но для чего там вся эта кутерьма с поджиганием избирательных урн, еще чего-то? Я считаю, это попытка возглавить протест.
что можно сделать на избирательном участке. А я напомню, недавно парень в Архангельской области в здание ФСБ пришел и дернул на себе ремень, не знаю, пояс. Пояс, сами знаете какой, и все взлетело на воздух. И вот это, можно, конечно, там говорить плохие слова про этого парня, но когда речь заходит о здании ФСБ, я считаю, что вот это протест. А когда мы говорим о каком-то коктейле Молотова, избирательную урну или зеленку, это тот самый возглавленный силовиками протест, бредовый, абсолютно несущественный, который задает моду. Вот смотрите, вот как можно делать. Да нет же, не надо так делать, это бессмысленно. А вот то, что делал парень в здании ФСБ, это заслуживает внимания. По поводу, я не договорил, вот до этого было два вопроса у вас насчет Золотова и Пригожина. Смотрите, Золотов вообще нигде не мелькает, вообще никак не отсвечивает. Рейтинг у Золотова никакущий, он воспринимается только как дополнение к Путину. А у Пригожина какой был рейтинг? Пригожин аккумулировал на себе внимание всех, у него... В этой Ростовской области люди встречали, люди аплодировали. И Путин это видит. Путин очень болезненно реагирует, когда у кого-то из политиков выше рейтинг, чем у него. И Пригожин, сам того не ведая, настолько он был эффективен в своем горлопанстве, в своем Герасимов Шойгу, в своих визитах, личном присутствии, вот постоянно среди русских террористов он находился, поддерживал их, личные визиты на зоны, чего Путин никогда не делал. Конечно, это вызвало отклик у народа, потому что в России любят сапог, да чтоб пожестче. И вот Пригожин был этим жестким сапогом. А Золотов просто повторяет за Путиным, он не представляет никакой угрозы медийной для Путина. Потому Золотова с Пригожиным в этом плане я бы не сравнивал. Да, они преданы Путину оба. Просто один гораздо, извините за слово, талантливее сейчас про Пригожина. Относительно, вот еще какой момент хочу с вами обсудить в контексте того, что же будет после 18 марта. Путин ведь обеспокоен очень сильно вопросами собственной безопасности, то, что непосредственно по территории России, за ее пределами, там, предложили в прошлом, позапрошлом году передвигаться на бронепоезде, чтобы все обсмеяли. Это один из, ну, как бы, таких вот маркеров, да, что боится он летать. С бронетамбуром и бронетуалетом. Да, вот насколько после 18 марта все это еще больше может усилиться? Почему спрашиваю? Потому что была на этой неделе информация о том, что 31 марта в Турции ждет Эрдоган Путина. В Турции? В Турции. В очередной раз. Да-да-да, все зовет и зовет Эрдоган. Ну, Эрдоган, мне кажется... Эрдоган же сам отменяет, насколько мы понимаем. Развлекается, угорает Эрдоган. Естественно, никакой Путин ни в какую Турцию никогда в жизни не приедет, потому что Эрдоган диктатор, гораздо более эффективный диктатор, чем Путин. И у него множество связей с Западом, Путин это знает, и никогда не подставится. По поводу личной безопасности Путина, совершенно верно, на 100%, это единственное, что сейчас волнует Путина. Никакой мировой правопорядок, установление там какого-то нового курса, борьба с США, со странами НАТО, это все чушь. Ничего из этого Путина на самом деле не интересует. Все, что его интересует, это собственная безопасность. Войну в Украине он и хотел бы прекратить, уже не может. Уже пацаны не поймут, если он это сделает. И если пацаны не поймут, они переломают все его тщательно созданные какие-то системы безопасности. Бункеры его эти многочисленные, двойники все под номерами известные. Вот я постоянно подчеркиваю, неважно, жив Путин или нет, но то, что у него есть двойники, это очевидно. Опять же, даже если Путин в морозилке, то почему тогда не поменялась никак политика России? На что это влияет? Воспринимайте Россию как общность людей, которые видят Украину уничтоженной страной. Только это их интересует, население. Путин неспроста натравил население на Украину, на Запад, чтобы население не думало про него. Себя поставил в главу угла как самого уязвимого сейчас. Да, конечно, уязвимого нет.
Он держится за свою жизнь, за свою безопасность, больше ему держаться не за что. Деньги он свои использовать уже не может в личное пользование, в личное благо. Но у него, в принципе, и так может приехать куда угодно. Он помешан на... Вот главный признак, он помешан на сохранении собственного здоровья. То есть даже сейчас, когда у него эти колоссальные переработки по всем этим показухам, ну, в общем, чёс безумный по стране, он все равно старается следить за здоровьем, об этом подчеркивают в каждом интервью. И, естественно, это правда. Для Путина болезненная тема – остаться живым. И этим продиктовано огромное количество его решений. Поэтому он такой бездарный политик. В прошлом году умер, вернее, не в прошлом, да, в начале этого года умер его личный геронтолог, который обещал ему там десятилетие еще активной жизни. Насколько это чувствительно, как считаете, было воспринято кремлевским диктатором? Ведь фактически человек, который, ну, и сам должен был бы, да, своим примером показать, что долголетие там более 100 лет, это реально, вот не смог это продемонстрировать. Я не думаю, что у путинского геронтолога, спасибо, я узнал новое слово, есть такие же врачи, как у самого Путина. У Путина первоклассные врачи. Вот насколько медицина в России отвратна, ужасна, и завозят мигрантов из Средней Азии и врачей из стран Африки, которые ни слова не понимают по-русски и лечат только друг друга, не мигранты, представители Африки, а мигранты мигрантов, а приезжающие из Африки, приезжающих из Африки. Путин же не просто так налаживает, а просто он страну передает уже другому населению. К вопросу, опять же, нужна ли Путину Россия, ему ничего не нужно. Ему просто хочется жить дальше. Жить, и чтобы история писалась про него, как про великого блюстителя порядка мирового, что он бросил вызов США, он бросил вызов странам НАТО. На самом деле, просто гадит в Украине, просто бомбит ракетами, спамит. Здесь даже честнее, извините за такое сравнение, но они правда честнее, те нелюди, которые нападали на Израиль, точно так же спамили ракетами Израиль, они-то не заикались про установление нового мирового порядка из-за того, что они бомбят Израиль. Нет, они просто говорят, мы ненавидим Израиль, все. И Израиль им отвечает, а мы вот вам сейчас... освободим Палестину. И Израилю успехов, конечно, желаю и дальше в этом благом деле. А у России-то это агония, что мы не нападаем на Украину, это мы боремся со странами Запада. Все они хотят себя возвеличить, все они хотят сделать каким-то монументальным свой позор. И то, что они со странами НАТО воюют, да хоть бы день бы, Господи, уже повоевала бы Россия со странами НАТО, хоть бы полдня, я бы посмотрел на это с удовольствием. К сожалению, этого нет. Медийно они воюют, начиная с 22 года. А вот какая главная геополитическая цель Путина? Вот что он хочет конкретно? Он хочет, я не знаю, сидеть за одним столом с Байденом и Си Цзиньпином и делить мир, или что? Вот как он ее видит? Я думаю, то, что вы сказали, это прямо Путину снятся сны про это. Он очень хочет видеть себя значимым. Он же постоянно с кем-то встречается из международных лидеров. Даже если нет международных лидеров более популярных, он приглашает к себе какого-нибудь лидера Буркина-Фасо, страна в Африке. Но с точки зрения ООН все страны равнозначны. Это по новостям подают, что вот Путин устанавливает новые международные связи. Путин хочет, чтобы его уважали, но он для этого не сделал ничего. Больше того, он нарушил все правила игры возможные. Ведь он атаковал Украину и до этого, но с 22 года это перестали терпеть. И опять же, в недостаточных пределах перестали терпеть, но перестали. Потому что для Путина все стоп-сигналы остались незамеченными. Я уже озвучивал в интервью пораньше, Путин не оправдал ожиданий Си Цзиньпина. Почему Китай сокращает какие-то поставки комплектующих и вообще исключил поставки комплектующих для вооружений и прочего в Россию? Потому что Путин ненадежный партнер, и Китаю вообще не нужно даже ставить на него.
Китай и США. Вот кто на самом деле, господи, на самом деле делит мир. А Путин пытается притиснуться к этому столу, но опять же, это только медийно. На самом деле Путина интересует жизнь. Он осознает, что Си Цзиньпин его проглотит, даже не подавится. Просто по щелчку. Ну вот, кстати, о Си Цзиньпине и Путину. Вы говорите о том, что Китаю не интересна Россия. А может, Китаю интересна как раз слабая Россия и слабый Путин? Почему спрашиваю? Потому что в марте прошлого года первый свой визит уже официально, да, возглавив Китай в очередной раз, Си Цзиньпин совершил куда? В Москву. Он приехал в Москву и пообещал Путину, чтобы он опять переизбрался на следующий президентский срок. Многие в этом увидели такой намек на то, что Китай вот о своем выборе уже высказался и будет поддерживать Путина. Так Путин, Китай, лично Си Цзиньпина, интересует только в качестве вот такого вот слабого игрока? Или как это понимать? Да, совершенно очевидно, что Путин настолько бездарен и настолько в этом плане комплементарен Китаю, что Китаю, как и положено, согласно этой мудрости восточной, надо сидеть у реки и ждать, пока мимо проплывет труп. В случае России это множество маленьких трупиков, разные регионы, которые начнут откалываться вот после этой гражданской войны, о которой я говорил раньше. Китай, естественно, уже установил сферы влияния. На Дальнем Востоке еще много-много лет назад гораздо больше ассоциировали люди себя с Китаем, с торговлей с Китаем и прочим. Так что для Китая Россия неинтересна в качестве какого-то партнера по договорам, а в качестве будущих территорий очень даже интересно. Естественно, они не просто так эти карты делают с названиями китайскими, плюс вспомним национальную идею в Китае, все для Китая, это каждый китаец знает с молодых ногтей, что надо делать, для чего ты приезжаешь в какие-то другие страны, для чего ты получаешь образование, для чего ты потом работаешь в этих других странах. Потому что главная задача, чтобы твоя страна, твой Китай процветал. И у них-то получается объективно, да, сейчас какие-то стагнационные моменты с китайской экономикой, но все равно на фоне мировой экономики Китай показывает хороший рост. Так что для Китая Россия – это просто костыль, с помощью которого она получает новые ресурсы. Газ в первую очередь, потому что для заводов китайских нужен газ для работы. Почему сейчас так неохотно идет на сделки с Россией китайское правительство, Си Цзиньпин, КПК? Потому что они знают, что скоро им все это достанется за гораздо меньшие деньги, чем уже по скидкам предлагает Россия. Они абсолютно, вот если посмотреть, США оказывают прямо решительную, невероятную поддержку Украине, чтобы Украина смела русских террористов, к сожалению, не оказывают. То есть много ведется разговоров, какие-то поставляются, вот недавно был новый пакет на 300 миллионов долларов, боеприпасов, слава богу, не просто денег, а боеприпасов. Чехия поставляет 800 тысяч боеприпасов в течение нескольких недель. Это достаточное количество оружия, чтобы просто стереть Россию? Нет. Недостаточное, очевидно. Даже если бы дали полный карт-бланш силам Украины, Зеленскому бы каждый позвонил, сказал, делай, что хочешь, просто задолбал этот Путин. Этого недостаточно. То есть они и словами, и на деле говорят, мы душим Россию потихонечку, полегонечку. А это на что влияет? Это влияет на то, чтобы потом страна распадалась без ресурсов. То есть это будет не только военное поражение России со стороны ВСУ, со стороны сил вооруженных Украины, а именно еще и экономическая невозможность вернуться. И вот это комбо, оно выгодно Китаю и выгодно США. Потому что США, они постоянно делали так до какого-то предела, дожимали. Но опять же, не хочу уходить в тему Второй мировой войны, но ленд-лиз-то не в 41-м году начался, хотя можно было бы догадаться. Очевидно, что не только у Сталина были сводки от шпионов, от разведчиков по поводу планов Гитлера и прочее. Мне кажется, что США просто ждут. Опять же, это погано и ужасно, то, что Украина здесь выступает щитом, а не
множеством, а не одним из щитов и мечей. То есть вот, вот это погано, это бесит. Так-то все здорово, удушают Россию, молодцы, а как еще такого гиганта удушать? Но Украина... Еще о Китае, вот, кстати, интересную тему вы затронули, о китайских названиях российских городов. 21 век, да, вот говорили много аналитиков, что войны 21 века – это экономическая оккупация. Если говорить о том, что появилась эта карта, там около десятка было тогда российских городов, которые были обозначены китайскими названиями. Свидетельствует ли это о том, что уже экономическая оккупация Китаем этих территорий, она состоялась? И Китай рассматривает это как собственные земли. Это раз. А во-вторых, эта карта появилась в преддверии как раз визита Си Цзиньпина в Москву, который мы с вами обсуждали. И как случилось так, что это проглотил российский МИД, никак на это не отреагировал? Они уже согласны с тем, что это территории не российские, а что они фактически находятся уже под Китаем? Они ничего об этом не говорят, естественно, потому что если они разругаются с Китаем, то они потеряют вообще любой рынок, даже вот этот вынужденный рынок. Китай почему так нагло себя ведет с Россией, вальяжно, потому что знает, Россия отказалась от западных рынков, а западные рынки отказались от России. При этом, если Китай щелкнет пальцами, то Кыргызстан перестанет незаконно поставлять России все эти комплектующие для ракет, запчасти и прочее. Китай, я напомню, он организовывал и съезд то ли министров обороны, то ли какие-то учения без участия России со странами, которые находятся рядом. То есть Китай устанавливает сферу влияния в регионе. Россию абсолютно точно выкидывает. И очень хорошо вы сопоставили то, что сначала появляется карта, а потом Си Цзиньпин приезжает в Россию, ну, то есть смотреть свои земли. Как там ты у меня, Володя, мои точки держишь? Давай-ка, разберись, если что-то плохо. Ну, на самом деле, он в ужасе будет, Си Цзиньпин, когда начнет присматриваться к положению дел в России, потому что сколько ему надо будет восстанавливать. Но это отдельная тема. А по поводу того, что для Китая Россия уже будущая территория, это абсолютно точно. Им, они же неспроста, по-моему, и там с рождаемостью у них перенаселение. Вот они пока поставили на ход, или разрешили наоборот. Разрешили, может быть, потому что то есть была какая-то корреляция моментов, что население Китая надо было сдержать, потому что им мало было территорий. А как только понимание... Одна семья, пришло... один ребенок, да. Вот несколько лет назад, собственно говоря, это уже было отменено. Да, я не китаист, я не очень хорошо разбираюсь, но мне кажется, что если Китай осознает, что вот Россия сейчас послужит... ладно, не буду этот термин использовать. Послужит землей для новых китайцев, которые будут появляться на свет... тогда мы разрешаем вновь в тех же пределах размножаться. И, естественно, для Китая это сейчас крайне важно. Он гонится, развивается после этой эпидемии. Он хочет стать побыстрее и вновь показывать всему миру лидерство свое. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Дмитрий, благодарю вас за безумно интересный разговор. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Всегда вас рада видеть на нашей YouTube-платформе. Спасибо большое, приглашайте. До свидания. Російський опозиційний блогер, журналіст Камікадзе Ді, бо разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте підтримувати це відео своїми вподобайками, своїми коментарями, поширеннями, ну і підписуйтесь на канал зараз, якщо досі цього не зробили.